Вот это я поймала. Вода минус 100. Вот это вам. Уникальный случай увидеть, как работает лава. Я за девчонками подсматриваю. Играют там. По-моему, дочь матери что-то наподобие. Немного я подсмотрела за девчонками, чтобы они меня не увидели, не услышали, потому что скажут потом: мама, не снимай, как мы играем в детские игры, мы же взрослые. Но я думаю, лучше играть вот в такие детские игры, чем как в Питере сидеть в телефоне. Поэтому это очень даже полезное дело. Ну а я вам говорю: доброе утро, хорошего настроения и отличного дня. Максим, ты опять их скидал. Так, Максим, я не знаю, что ты делаешь. Вот у нас середина сидит. Достали старые игрушки, играют, увлеклись. Да. А ты кто, мама? Марин, вот сюда садись на лавку. Я дочка. Марин. Он мой брат младший. Вон ваша дочка-то кажется. А это наш папа Вася. Сейчас коляска развалится, Марин. Ой, как классно летает самолет-то, ничего себе. А у вас один такой самолет? Ой, вот это я поймала. Запущу. Ловите. Классно летать. Вы сейчас на крышу его. Смотрите, сколько крыш. Залетел. И как вы доставали? Палкой. Длинной. Ну они сейчас коляску поломают. Вот что делают. Они всех катали. Они. Хорошая коляска-то, прочная. Знаете, сколько лет есть? У нас такой самолетик только красный есть. 13 лет коляски, кто только на ней не ездил. Московская. Марин, как тебе круто в кепке. Круто в кепке, вообще реально. А можно на бок еще как-то и зад наперед? Мы сегодня планируем собирать шатер. Зашьешь вот тут дырочки. Хорошо. Собрали мы детям шатер. Он хорошо защищает и от солнышка, и от комаров. Девчонки тем временем просятся на озеро. Я не знаю, буду купаться или нет. Они хотят, чтобы я вместе с ними залезла в эту воду. А я такая мерзлячка, что большое удовольствие вообще не получаю. Я не знаю, я возьму, конечно, купальник. Но не уверена, что я смелюсь залезть в эту воду. Потому что вчера бабушка Катя залезала в эту воду. И она сказала, что вода холодная. Поэтому я не знаю. А сегодня еще ветер такой. Сегодня холоднее, чем вчера. Вчера было плюс 28, а сегодня плюс 25. Немножко прохладнее, плюс ветер. Еще сегодня даже дождик капал несколько раз. Но моя семья очень хочет, чтобы я залезла вместе с ними в эту воду. Посмотрим. А еще нам знакомые давно подарили пляжный коврик, и мы его так и не открывали, потому что в Санкт-Петербурге мы не купаемся, не загораем. А каждый раз, когда собирались на море, он постоянно не влезал нам в чемодан. И опять этот коврик взяла с собой, и надеюсь, что сегодня мы его откроем, наконец-то, и используем. Поэтому я сейчас буду переодеваться, собираться, возьму этот коврик,
посмотрим, что там нам за подарок подарили. Я думаю, здесь он очень даже нам пригодится. Так что меня народ уже зовет. Буду собираться их догонять. Впереди уже бабушка Катя, Вероника, Люда. Мы вместе с Лешей, с Мариной немного отстаем. Но сейчас мы их догоним. Мы уже подходим к Белозерскому каналу. Сейчас перейдем через переправу и будем уже на озере. Мы уже выбрали место. Сейчас будем располагаться. Вероника открывает пляжный коврик, который нам подарили несколько лет назад. Но не было повода открыть. Вот, наконец-то мы его распаковываем. Да, клади, я что-нибудь смотреть. Да любой. Наверное, это на песок. Да, вот такой клеенчатый. Я думала, там что-то более такое, мощное. Вот такой пляжный коврик мы сегодня обновляем. Нам подарили его знакомые. Давно подарили. А нам жалко было его использовать. Сегодня наконец-то мы его взяли. Приехали на Белое озеро. Точнее, пришли. Пришли на Белое озеро. С нами Люда, Марина, Леша, Вероника. Сегодня ветра дует. Я не знаю, я не хочу туда лезть. Но Леша хочет, чтобы я компанию всем составила. Что это? Вода минус 100. Кто бы там что ни говорил. Леша, возьми меня за руку. Вода теплая. Вода, молоко. Да, у Лёшки хорошо, вода, молоко. Я, если честно, боюсь волн. Потому что вроде как спокойно-спокойно, а потом раз, я боюсь волн. Лёш, смотри. Лёш, меня может волнует, просто реально смыть. Я тут не смою. Нет, волны. Они тебя не услышат, но пока все втроём торчат. Иди, Лёш, спасай. Здесь можно переживать только за меня. Я плавать не умею. Я как самый мерзлячий человек говорю, что вода теплая, но меня пугают волны, меня прям даже уносит. Леш, волны, я боюсь волн, не хочу глубоко идти. Вот Лиля решилась выйти на озеро. Потому что вода реально не нормальная. Да, вода лучше намного, чем вчера, хоть и что. Марина, подойди. О, волна накрывает. Марина, какие там все у нас там? Вода все, поверила? Это у берега так кажется всегда. Что они кучу накрыло? Отверстия все закрыли. Вот это волк. О, сегодня волны, сегодня весело. Ура! Это не Куся любит на волнах. Давай, сейчас у Ники вот так вот уже стоит. Вот так вот весело. Погиб, как надо. Хочешь, я дверками помешаю? Сейчас я нырну с ней. Вы как лягушата в воде. А пусть Марин еще занырнет под воду, как она делала в том году. Марин, делаешь так в том году, как ты ныряла с камерой? Ну ты вот так держала камеру и ныряла, чтобы тебе было в воду. Ну,
захлебнулся, а тут ты и посмотришь. Нельзя на эту камеру посмотреть. Дома только. Ладно, короче, если я тону, то вы знаете, где вот обстановочка. Сородич. Ну, в общем, за Титаником. Солнышко готовится к закату. Вот там оно. Но уже к закату готовится. Сейчас где-то около 8 вечера. Я наших не вижу. Ищу неизвестно, где они. Сегодня, несмотря на то, что ветер поднялся, вода теплее, чем вчера. Даже как-то странно. У меня здесь внизу Вероника отогревается. Смотрите. Смотрите, к такому пляжному коврику еще идет вот такая сумочка. Сумочка на замочке. И еще такое тоже отделение, тоже как бы еще одна такая вот сумочка. Я думаю, это сделано для того, чтобы можно было сюда какие-то вещи положить, и их не унесло. Видите, они не потеряются вот вместе с полотенчиком.
Ну все, мы покупались. Возвращаемся домой. Искупанные, довольные и счастливые. И бог, кстати. Мы что, последний, по-моему, с пляжа уходим. Я там никого уже не вижу. Ой, а что здесь происходит-то? Ну все. Мы не успели перейти дорогу. А наш тоже перешли. Ну кто? Самый оперативный. Ну все, теперь надолго, наверное. А там что, плывет корабль? А, вон оно наплывет. Корабль плывет, а дети прыгают прям в воду. Смотрите, что делают. Все, баловцом занимаются. Вот так лава. Смотрите, как лебедь плывет грациозно. А наши уже нас ждут вот там, на том берегу. Уникальный случай увидеть, как работает лава. А это Белозерский канал. Смотрите, сколько мы купили сметаны. Раз, два, три. 114 рублей. Вообще я в шоке. Даже в Питере дешевле. Мы детей отправили домой на такси. А сами пешочком. Ну, мы тебе позвоните, поможешь. Я купила какие-то здесь новые сухарики. Вот такие. В Питере такие не видела. Здесь вместе с соусом. Сейчас будем с Лешей идти. По дороге опять? Что по дороге? Да. Чтобы дорога была веселее. Мы, у нас с Лешей уже традиция. Я тоже не взяла, не хочу с ним газировку. У нас с Лешей, да как хочешь. У нас с Лешей такая традиция после озера заходить в магазин, покупать там попить и что-нибудь погрызть по дороге. И уехали. Сейчас... Лёша сообщает маме, что отправил детей на такси домой. Что? Не хочу идти сходи в магазин за попить. Смотрите, там на заднем плане церковь. Как называется церковь, Лёша, скажи еще. Покрова. Покрова церковь. А еще расскажи... Покровская церковь. И еще там... как это называется? Что надо сделать? Подойти, положить руку, да, на стену.
Ну скажи, Лёш, я же не знаю, как правильно говорить. Нет, ведь загадать желание в мозгу сидят. Ну да, я неправильно выразилась в одном из... Ну, мы шли как-то мимо, и я не так сказала. Я сказала, надо протянуть руку и загадать желание, но это было неправильно, да? Надо как-то... Желать здоровья, да, надо... себе или близким. Желать здоровья себе, близким. Да, и чтобы забылось. Я не хочу пить, я поэтому и не взяла газировку. Так и идем тогда не пойдем. Ну я могу не пить, а ты же не можешь не пить. Тебе нужна газировка с сухариком. Ну ладно, скажу. Ну давай, иди. Сережка пошел в магазин. Ты не брать, я правильно? Не, не надо, я что у тебя отхлебну. Да, видишь, там еще соус. Еще соус. Смотрите, интересно, вместе с соусом. Такие сухарики. А сухарики с чесноком, кстати, Леша любимые. Ну вообще. Надо да, пепси-то убери, это перевели. Короче, вот такая вкуснота, мы сейчас будем это кушать. И идти домой. Смотрите, какой тихий, спокойный вечер.